Азамат, сегодня хотелось бы поговорить о договорах займа, точнее, вот о расписках, да, как правильно их оформлять, наверняка есть какие-то нюансы. Да, есть несколько критерий оформления договора займа в виде расписок. Первое – это обязательное указание даты составления расписки, также суммы займа, также срок возврата займа. Также должны указаны быть полные реквизиты сторон, как взаимодателя, также и должника. Это фамилия, имя, отчество, также фактический юридический адрес проживания. Также должна быть расшифровка подписи и сама подпись. И в расписке должен быть указан сам факт передачи денег. То есть там нужно оговаривать, допустим, сумму, сроки возврата или это не обязательно? Да, в расписке должны быть указаны сам срок возврата, сумма долга, при том она должна быть написана как цифрами, так и прописью обязательно. Угу. А какие-то есть типовые формы или нет? Или это свободные можно написать? Это расписка должна оформляться, во-первых, рукописным вводом, то есть не напечатанным, не с помощью электронного ввода. Только от руки? Только от руки, да, в свободной форме. А нужны ли какие-то еще свидетели или чтобы вот при оформлении расписки? Да, также вы можете по согласию сторон пригласить одного или двух свидетелей, но данные о них также должны быть зафиксированы в расписке. Угу. А что нужно указывать еще помимо, ну, допустим, какие-то реквизиты, удостоверения, да, отражать? Да, паспортные данные, реквизиты, это банковский счет, если, допустим, сумма будет перечисляться безналичным путем. Угу. Если же вот человек оформил все-таки без указания срока, то как производится процедура возврата? Если срок возврата не указан в расписке, то взыскатель по первому его требованию должник должен в течение 30 дней возвратить полную сумму долга. Требование должно быть тоже производиться при свидетелях? Нет, требование может производиться без свидетелей. Она может быть направлена, допустим, почтой, заказным письмом. Ну, желательно, чтобы это было где-то зафиксировано, то есть, да? Да, зафиксировано, дата, письменно. Да. Скажите, вот там сумма должна только быть в тенге или можно в иностранной валюте? Согласно гражданскому законодательству, все денежные обязательства у нас должны происходить в национальной валюте, то есть в тенге. Если даже деньги вы берете в иностранной валюте, в расписке вы должны их конвертировать и указывать в тенге. Угу. В противном случае расписка будет признана судом недействительной. Нужно ли заверять у нотариуса расписки? Смотрите, нотариальное удостоверение расписки является не обязательной частью, но есть несколько своих преимуществ. Первое, нотариус сам составляет за вас расписку, учитывая волю сторон. Второе, у нотариуса всегда хранится дубликат этой расписки. То есть, если какая-либо из сторон ее потеряет, то она в свободном доступе может прийти в нотариус и взять свой дубликат. Также нотариус выдает судебный приказ. Если должник вовремя не отдал деньги, то взыскателю не нужно обращаться с исковым производством в суд. Это очень сэкономит ваше время, также сэкономит затраты на госпошлину. Также существенным условием является то, что в расписке должна быть указана судьба самих денег, то есть факт передачи именно. Если в расписке не будет указана дата, время получения денег должником от кредитора, то недобросовестный должник может в суде воспользоваться этим, да, и сказать то, что никаких денег он не получал, даже если расписка будет иметься у кредитора. А можете какие-то примеры привести? Были ли у вас в практике подобные случаи? Да, в практике были случаи, когда взыскатель обратился в суд, сумма была более 20 миллионов тенге, и также была законная неустойка в размере 2 миллионов тенге. Первый суд первой инстанции взыскал 20 миллионов, и неустойку он опустил до 200 тысяч тенге. Но апелляция, все-таки должник обратился в апелляционном порядке, обжаловал первое решение, и оно было удовлетворено, потому что в расписке не были указаны полные данные как должника, так и кредитора. Следовательно, апелляционный суд решил, что расписка является недействительной, и в иске было отказано. Ну и как производится взыскание по вот распискам? Взыскание производится вот таким образом. Сперва вы должны направить досудебную претензию
должнику о том, что в такой-то указанный период вы ждете от него сумму долга. Допустим, в течение 7-14 дней. И в противном случае вы будете обращаться с исковым производством в суд, что также объясняете в досудебной претензии то, что госпошлина, также судебные издержки будут ложиться полностью на должника. А вторым, вы составляете исковое заявление, также направляете его в суд через судебный кабинет. Это можно сделать онлайн, то есть сейчас не обязательно ходить в суды. Далее суд рассматривает и выносит решение, исходя из материалов дела. А вот если вот из вашей практики, как много таких дел вам поступало? Каждое третье, четвертое дело связано именно с расписками. Потому что в наше время сейчас люди очень... Период пандемии, у людей может быть нехватка денежных средств, а у кого-то и намного большее количество, и люди занимают друг другу деньги. Ну и хотелось бы узнать о сроках, восстановлении сроков. То есть, и в чем разница между приостановить и прекратить? Сроки исковой давности приостанавливаются в случаях, первое, когда вы в установленном порядке обратились с исковым производством в суд, на данный момент исковое, течение исковой давности оно прерывается, пока дело будет не рассмотрено в суде. То есть либо исковое производство будет принято к делу, либо в иске вам будет отказано. Также оно может приостанавливаться, если должник или взыскатель находится в воинских подразделениях, либо если президентом Республики Казахстан введен мораторий на данное обязательство. Также можно сказать то, что сроки исковой давности также могут течь заново. Например, если вам должник в течение 2 лет не отдавал денежные средства, а тут решил какую-то часть долга погасить вам, сроки исковой давности начинаются течь заново. Общий срок исковой давности у нас составляет 3 года. Ну, еще хотелось бы узнать, если люди, допустим, обращаются ли такими проблемами, как они вообще решаются, если расписка была оформлена, ну, 2 людьми, там, от руки, без упоминаний каких-то сроков, без, допустим, каких-то реквизитов, можно ли как-то добиться, допустим, там, возврата денег по таким распискам? Это очень сложный процесс. К сожалению, нужно правильно оформлять расписку, указывать полностью даты, указывать полностью паспортные данные, сумму займа, также писать сумму прописью. Это не обязательный фактор, но недобросовестный должник, например, может в конце добавить идентичной ручкой, даже бывали такие случаи, нолик, другую цифру, и сумма уже выходит баснословно. Должник может отдать 10%, добавить 10-значное число, и в суде суд может принять это как за достоверный факт. Mm-hmm. Поэтому только достоверное оформление расписки гарантирует вам успех. Mm-hmm. А вот, допустим, если недобросовестный должник, допустим, да, как, насколько эффективно вот взыскиваются по распискам суммы? Ну, в большинстве случаев по данным распискам взыскиваются суммы в полном объеме. Примерно 80-90% случаев, да, взыскиваются. А относительный момент касательно неустойки. Неустойку это как бы заставляет должника вовремя оплатить долг. То есть за каждый просроченный день должник, кредитор вправе требовать от должника свою неустойку. Она рассчитывается по формуле: сумма долга делится на 365 дней, также умножается на количество дней просрочки и на ставку рефинансирования. То есть именно неустойка заставляет должника вовремя оплатить долг. Но многие граждане об этом не знают, поэтому они не включают данный фактор в расписке, а ставят просто основную сумму долга. То есть нужно указывать это тоже? Ну, это желательно указывать, чтобы побудить. Дисциплинировать. Да, такое психологическое давление оказать на должника. Ну и не доверять людям. Угу. На слово. Даже близким. Даже близким. Бывали такие случаи, что да, семья заняла другой семье без расписки, а потом звонят, консультируются и говорят, как взыскать деньги, расписки не было, к сожалению. И еще один немаловажный момент, то что при погашении долга частями вы должны от кредитора также требовать расписку, чтобы он вам писал, что сумма принята, такая-то, принята сумма такая-то от основного долга.
Потому что есть также недобросовестные кредиторы, которые в суде заявляют, что никаких денег я не получал. И суд в 100% случаев, к сожалению, на их стороне.